Мой запрос премьер-министру Республики Казахстан Мамину Аскару Узакбаевичу. В настоящее время перечнем гарантированного объема специальных социальных услуг, утвержденного правительством, предусмотрена такая услуга, как содействие в обеспечении санаторно-курортным лечением детям, инвалидам и другим категориям социально защищаемых слоев населения. Данную услугу оказывают государственные предприятия, образованные в социальной сфере при акиматах. Это дома престарелых, психдиспансеры, реабилитационные центры и так далее. Однако не совсем понятен и ясен механизм предоставления такой услуги в связи с имеющимися коллизиями в законодательстве о специальных услугах и государственных закупках. А именно, как вы все знаете, в законе о госзакупках определены случаи, когда государственные закупки осуществляются способом из одного источника путем прямого заключения договора. И в данном перечне предусмотрены такие случаи, как первое – это приобретение государственным органом товаров, работ, услуг у государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление. И второе – это приобретение специальных социальных услуг, предусмотренных гарантированным объемом специальных социальных услуг. Рассматриваемая услуга подпадает под оба эти основания. И в результате получается, что Генеральная прокуратура трактует, что в случае применения первого варианта акимат не вправе закупать данную услугу, поскольку согласно закону о специальных социальных услугах она может оказываться не только государственными предприятиями, но и частными лицами. В свою же очередь, Министерство труда и социальной защиты населения отмечает, что данная услуга, я хотел процитировать их ответ, только оказывает содействие в получении обеспечения санаторным лечением детей, инвалидов, а не предоставление этой услуги. И в связи с этим не относится к гарантированным объемам специальных социальных услуг и не может приобретаться в соответствии с законодательством о специальных социальных услугах. А это государственные предприятия и учреждения, как я уже говорил, это дома престарелых, психиатрические диспансеры, реабилитационные центры для детей, инвалидов. На основании вышеизложенного возникает вопрос – а каким именно законом необходимо руководствоваться государственным предприятием для предоставления данной услуги для детей, инвалидов, престарелых и в рамках государственного закона, заказа? Вопрос социально важный и требует скорейшего решения. Прошу представить на него ответ в установленные сроки. Полный текст обращения прилагается. Спасибо.